Перед началом нового учебного года в Московской области подготовили ежегодный рейтинг лучших образовательных учреждений региона. В сотню лучших попали сразу 5 одинцовских учебных заведений. Лингвистическая гимназия, которая оказалась в первой пятерке, 10-й лицей, лицей номер 2, лицей номер 6 имени Пушкина и гимназия номер 4. Рейтинг составляется по качеству преподавания, использованию современных технологий, результатам сдачи ЕГЭ выпускниками и участию школьников во всероссийских и международных олимпиадах.